мобилизованы 1444-го полка, 1-й батальон. Наш батальон был частично разбит в новогоднюю ночь в городе Макеевка в здании ПТУ номер 19. В результате данного инцидента в течение 2 суток нам приходилось проживать в чем придется и где придется, так как командование не могло собрать и вывести оставшийся личный состав в безопасное место. Сегодня 6.02.23 года. Мы продолжаем перемещаться в непонятных направлениях без каких-либо задач и объяснений. 5.02.23 года мы прибыли для формирования и укомплектования в палаточный лагерь «Постоялые дворы», где, как выяснилось, нас не ждали и начали расформировать личный состав по другим подразделениям. И мне интересно, что мы слаженное подразделение, которое некоторые неприятные ситуации прошло полным составом и сблизились как семья. Наши просьбы оставить наше подразделение вместе, вышестоящее командование реагирует отрицательно. И сняли полностью весь офицерский личный состав. Просим отреагировать на наше обращение.